Здравствуйте, дорогие мои малыши, телезрители! В эфире Огнического телевидения детская вечерняя передача «У Лёвушки в гостях». У русского народа есть множество хороших, мудрых пословиц и поговорок, большинство из которых о дружбе и добре, о счастье и о труде. Например, «У ленивого что на дворе, то и на столе». А еще вот такая: «Счастье и труд рядом идут». Но к чему я об этом вам говорю? А к тому, что сегодня мы с вами начинаем смотреть спектакль, который так и называется «Счастье и труд рядом идут», а поставили его вместе со своими воспитателями ребятишки из детского сада «Солнышко». Откажется от конфеты. Но я думаю, и вы со мной, конечно же, согласитесь, что и конфетку надо заслужить. Ну что ж, продолжение увидим в следующей передаче. А сейчас нас с вами ждут герои мультфильма «Конёк-горбунок». Вот и все, друзья мои. Увидимся в следующей передаче в эфире Угличского телевидения у Лёвушки в гостях. Ну а пока.